каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Туве проверяют готовность районов к паводкам и пожарам. Рабочая группа из специалистов службы ГУЧС Тувы, Министерства здравоохранения и Управления Ростехнадзора по республикам Хакасия, Тува и Кемеровской области проверили готовность администрации Лухимского и Дзунхимчского районов по готовности по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, обусловленных риском потопления, а также пожароопасному периоду этого года. В ходе проверки установлено, что готовность администрации Дзунхимчского района к безаварийному пропуску весеннего половодья составила 84%, к пожароопасному периоду 93%, а Улухемский район 96% и 95% соответственно. Также выявлены недостатки и замечания, которые указаны в перечне по устранению недостатков. Уважаемые люди столицы, почетные граждане Кызыла обратились к горожанам с призывом принять активное участие в выборах президента Российской Федерации. В актовом зале главного корпуса Тувинского госуниверситета состоялось собрание общественности города, в котором приняли участие ветераны труда, активисты, руководители предприятий организации Кызыла, депутаты и представители различных диаспор. С призывом проявить ответственную гражданскую позицию и прийти на избирательные участки к жителям столицы и к молодому поколению обратились такие известные и уважаемые люди, как Григорий Шершин, Каракюске Чудо, Деды Сотпа, Иван Хураган, Байрол Мангуш и многие другие. Наше обращение к вам, мы, ветераны города Кызыла, обращаемся к вам, чтобы вы массово, коллективно 18 марта, что пришли, это массово, коллективно, это наша сила, чтобы пришли коллективно, пораньше, не то поздно, где-то там до обеда, чтобы пришли, проголосовали за того кандидата, вы то 18 числа подумайте хорошенько и давайте выберем достойного кандидата на должность президента России. Министерство природных ресурсов и экологии Тувы уведомляет жителей республики, что в праздничные дни с 7 по 12 марта на станции «Тайга» и в местечке «Ловушка» будет проводиться усиленное патрулирование и дежурство сотрудников правоохранительных и природоохранных органов. Посты ДПС ГИБДД будут выставлены на всех подъездах к лесным массивам и местам массового скопления людей. В связи с тем, что станция «Тайга» и местечко «Ловушка» являются особо охраняемыми природными территориями, распитие алкогольных напитков запрещено законом России. Дежурные сотрудники во время рейдов будут фиксировать факты употребления алкогольных напитков на камеру и фотоаппараты, предупреждают в ведомстве. Сто пять новых кыштаговцев готовятся получить по 200 овцематок от первых участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» в этом году, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Напомним, в 2016 году в Туве было создано 105 крестьянско-фермерских хозяйств, которые получили 21 тысячу овцематок. По итогам первой окотной кампании от общего поголовья получено 14 164 голов приплода или 96% от плана. Из них сохранено 12 830 голов приплода, то есть сохранность ягнят составил 90%. В разрезе районов лучших показателей по получению и сохранению приплода достигли 5 муниципалитетов. Это Мангунтайгинский, Эрзинский, Авюрский, Тесхемский и Чахольский районы. Еженедельный мониторинг хода зимовки, а теперь еще окотной кампании, ведут специалисты Министерства сельского хозяйства и работники сельхозуправления районов. Профилактическую работу ведут сотрудники службы ветеринарного надзора. Отмечается, что участников 2018 года будет 105, ровно столько было в стартовый год проекта. Отбор участников прошел в декабре 2017 и январе 2018 года. В прошлом году некоторые критерии были изменены. Например, возраст участников увеличили до 35 лет. Также с учетом того, что в отдельных местностях сложно заниматься овцеводством, некоторые участники вместо 200 голов овец получили 20 коров. Главный принцип остался прежним. Сельчане на сходе решают, кто из молодых людей получит 200 голов овец. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 66 копеек, евро 69 рублей 47 копеек.
Арсеналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят». 20 марта в Национальном театре. Бери и дари. Букеты любой сложности. Доставка по России. Коллективные и интернет-заявки. Королевство цветов. Кичилола 15/1. 8-923-266-0066. Потому что дамы этого достойны. Внимание! Впервые народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Второго марта с сотрудниками оперативно-розыскной части МВД Тувы задержан мужчина, который под видом инспектора ДПС пытался совершить мошенничество. Установлено, что задержанный, не являясь сотрудником полиции, находясь в форменном обмундировании сотрудника ДПС в звании старшего сержанта полиции, путем обмана и злоупотребления доверием, представившись инспектором ДПС, получил от 23-летнего гражданина денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, пообещав незаконное освобождение от административной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Органам предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Активисты молодежного движения Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» помогают с уборкой снега ветеранам, пенсионерам, а также многодетным и малообеспеченным семьям в рамках социального проекта «Мне нравится помогать людям» или «Кижелерге туза кадарнга накмен». Социальный проект посвящен Году добровольчества в России. Начать решили именно сейчас, весной, когда для многих бабушек и дедушек сугробы во дворе становятся настоящей бедой. Всего с начала года ребята помогли уже 8 нуждающимся. В этот раз активисты пришли на помощь 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ивановичу Логинову. Они убрали снег с крыши из палисадника и расчистили сугробы вокруг дома. Как отмечают активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы», ребята готовы и к уборке территории, и к работам на огородах. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные», надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! «Отличные наличные»? Ну, очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 10-15 метров в секунду. В Кызыле перемена облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 21, минус 23 градуса, днем минус 8, минус 10.